Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Rage 2, и что хочу вам сказать. Я тут во внеигровое время, знаете, что нашел? Ковчег. Я летал, дабы понять, что здесь и как. И вот он. Стоп, это не то, вот он, ковчег, вот, Needle Falls. И мы туда сейчас летим. Представляете, у нас есть возможность опустошить ковчег. Это же изумительно. То бишь, остальные ковчеги надо просто искать, либо по возможности приобрести карту, на которой изображены все ковчеги, которые я уже вторую или третью серию безуспешно пытаюсь приобрести. Но пока еще не приобрел. Очень плохо. Очень-очень плохо. А ковчег этот на какой-то горе. Да. Я, кстати, пытаюсь сейчас второй монитор использовать, не знаю, насколько этот опыт будет успешным, но мне что-то не нравится, честно говоря. Так, тихо. Куда? Где он? Ковчег. Вот он. Красавец. Так, понятно. Ну ладно. Ой-ой-ой. Нет. Стоп. Я себе сейчас травмы нанесу, несовместимые с жизнью. Что это такое? Почему так? Вот. Кто это такие вообще? А, ну с этим знаком я, тигром. Я вообще такой молодец. Пошел воевать. И даже оружие не подготовил. Ну что, мне кранты, да? Да не должны быть кранты. Да, мне кранты. Ну это тупо было. Я даже не подготовился к бою. Это было очень тупо. Что такое? Я не понял. Сколько в тебя выпустить надо? Говнатый кусок. Так, быстро хилимся. И идем выяснять отношения с остальными. Пистолет, зашибись. Ну-ка, перезаряжай пушку. Так, где он? Готов. А, все? Нам дефибриллятор, конечно, упростил процедуру, что там говорить. Прям вообще. Так. Да, именно он. Открываем. А что здесь интересно будет? Я прям сгораю от нетерпения. Ковчег Needle Falls. Господин президент, добро пожаловать в ковчег 421C. Грабс спотыкушка? Что это? Что за шайтан Бердан? Гравитонная баллистическая система спотыкушка создает притяжение между целью и предметом окружающей среды. Чем прочнее связь, тем сильнее удара предмет. Так, наносит урон врагам, бросая их в различные объекты. Чем больше пуль попала в цель, тем больше будет сила ее притяжения к выбранному объекту. Прицельтесь и нажмите РТ, чтобы выбрать цель. А затем выберите то, во что ее бросить, нажмите ЛТ. Что? Прицельтесь и нажмите РТ. Я не понял, давайте пробовать. Чего? Ну, допустим. Слушайте, я не понимаю логики. А при чем здесь стрельба прямо и вылет вправо куда-то? Против врагов в симуляторе. Что? Ааа!
Она что, рандомно определяет, куда им... Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. Я вообще ни хрена не понял, если честно. Вот совершенно. Мы будем воевать сейчас? Я бы не хотел воевать, потому что мне непонятно, что делать с Грабсом с потыкушкой. А здесь есть что-нибудь? Улетел. Здорово. Ну-ка. Ладно. Грабс с потыкушка. Название-то какое? Грабс с потыкушка. Друзья мои, сегодня она такая у нас тоже, очередная пробная серия. Я потом посмотрю на записи, каково ее качество, там насколько сильно что-то фризило, не фризило. Вот. И, соответственно, буду принимать решение о том, оставить такую конфигурацию, не оставлять. Грабс, потыкушка. Вот еще один. Они хотят сказать, что это все относится... Это все контейнер ковчега? Хрена себе расстояние. Удивительно просто. Что там за расстояние? Ну-ка. А еще где? Вот одна. Вот еще один контейнер. Он нам как раз нужен. Грабс, потыкушка. Я честно логики его выстрелов не понял совершенно. Как, в какой-то момент, в какие-то моменты этот спотыкушка куда-то вправо, в какие-то моменты в пол. Не знаю, давайте ее, что, наверное, модифицируем, да, прокачаем. Так же лучше будет. Это грабс спотыкушка. 14 тысяч, ну конечно, сейчас откроем, что. Что это? Емкость магазина, не знаю, скоростной зарядчик. Ну давайте вот это выберем. Теперь вот это откроем. Скорострельность. Повышенная скорострельность детонатора, конечно. Здесь. Самонаводящиеся детонаторы. Повышенная эффективность самонаведения детонаторов. А это? А что лучше? Пока сложно сказать. Пока давайте вот это выберем. Потратьте на покупку улучшения модификации. Давайте тоже выберем. И у нас вот это осталось, да, непонятно каким. Хорошо, это только в процессе. Вот этим будем воевать. Ну ладно, я в принципе не против того, чтобы воевать гиперпушкой и грабсом с потыкушкой. Да. Посмотрим, как оно себя проявит. Теперь транспорт. Где Икар? Стоп, а там же было еще одно оружие, да? Да, там еще было еще одно оружие. Ну-ка. Еще одно оружие. Заряженная энергопушка. Это оружие лежит под замком в хранилище бессмертных саванов. А где это хранилище бессмертных саванов находится? Кто-нибудь знает? Хранилище бессмертных саванов. И как его найти, это хранилище бессмертных саванов? Это что такое? Так, с мутантами мы пока разберемся. Давайте вот этот метеорит с филтритом опустошим. Пойдемте почистим. Но-н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 о. Что такое? Буквально не туда залетели, что ли? Ну, по всей видимости, да. Да, не туда залетели. Ну ладно, сейчас грохнемся, потом реснемся. Ничего страшного в этом нет. Рваные равнины. Как обидно. Ну, полетели. То есть... Все чисто по дороге. Да, только по дороге. Ладно. Нас заставляют лететь по дорогам общего пользования, а я не хочу. Я хочу что-нибудь срезать, а не дают.
Ну давай, грабс, потыкушка. Я помер. Вот так еще. Ну почему я должен этим сам управлять? Сам управлять, что он не может? Подождите, подождите, почему так? Я не хочу туда лететь, я хочу вот так. Ну, поднимись, пожалуйста. Вот. Да что такое сегодня? Замечательно. И вот мы летим. И уже разбабахали половину Икара. Прикольно. Прям изумительно шикарно, я хочу сказать. Не знаю, не знаю. Подфризивает он игра. Ладно, на записи посмотрю. Икарушка. Осколок солнечного дня. Оу, так не годится никуда. А вон я вижу дорогу. Так нельзя? Вот так, например. Давай, давай, давай. Эксперименты ставим. Вот. Рваные равнины. Отлично. Сколько там осталось? 500 метров. Мы хорошо, кстати, срезали. Я хочу вам сказать. Прям вообще отлично. Ага. Но, дорогие мои сердешные. Я прилетел. Сейчас будем эксперименты проводить. С этими дротчиками. Ну да, это я приземлился, короче. Выходим. Так, грабс погремушка или грабс пушка. Давайте ее испытывать, что. Ну-ка. Что это такое? Он улетел? Вот как понять, куда он полетит? Да сдохни уже, ну. А зачем он мне сейчас пистолет этот дал? Мне кто-нибудь объяснит? А, это я сам его выбрал. А когда я его успел выбрать? Я его не выбирал. Я вообще-то... Стоп, игра, чего ты мне пропихиваешь? И вот это выбрал, правильно? Вот, гиперпушку. И грабс вот эту хрень. И чуть из-за этого не помер. Игра, ну ты ведешься, я не знаю, как маленькая. Так нельзя. Нельзя совсем и все. Неприлично это. Кто-нибудь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях логику этого действа. Как тут, что летает, по какой траектории? Потому что я-то выпускаю патроны. Во-первых, трачу. Во-вторых, не понимаю, насколько это эффективно. Давай. Весь фильтри, сейчас добудем. Ага. Король Давила. Вот надо с королем Давила тоже разобраться. И надо будет урон ворушки прокачать в одном из городов. Это будет полезнее. Все. Добыли весь филтрит. Добыли весь филтрит. Что это за это? За пушка такая, за танчик такой. И что это? Ядерная пушка. Какая чушь вообще. Ядерная пушка. Нахрена нужна ядерная пушка? Икарушка, мы с тобой отправляемся дальше, ты в курсе? Так, использовать транспорт. Абсолютный вертикальный взлет. Это что такое? Мы здесь были? В этой неизвестной локации. Она что-то, по-моему, рядом. 700, 800. Вот она.
Так мы ее пролетали все-таки, да? А я думал, что это какая-то маскарадная хрень, что мы здесь были. Не-не-не-не, Нет, мне кто-нибудь все-таки объяснит логику полета этого Икара. Я, например, не понимаю. Ой. Как он управляется? Сам по себе только. Но сюда иначе не подлететь. Только так. Вот мы летим. Вот идем. Идем. Нет, ну так он это, стукается. Ну что за чушь? Он так стукается. А если самому управлять, то он не... Опять он мне. Если самому управлять, то он никак не реагирует. Вообще. Что здесь? Сундуки ковчегов. Три. Раз, два. А третий где? Что ты делаешь, а, рейнджер? Что ты делаешь? Раз, два. Третий тоже наверху? Неужели Икарушка нужен? Да не, не может быть такого. Не может быть, чтобы это все забиралось на Икаре. Просто не может быть. Вот я вижу один сундук ковчега там. Где-то здесь, да? Он? Да, вон оно. Ладно. Давай. Сердечник забрали. Нам теперь нужно подняться наверх. Вот так мы забежим сюда по вот этой хрени. Смотри-ка, нет. Ну-ка. А так, если... Давай, рейнджер. Стоп. Рейнджер-то дал. Только толку с этого. Ну, может быть, ты разбежишься, Вокер? Вот они оба. Хорошо. Нормально? 339 раза это получилось. Я доволен нами. Модификация оружия есть, да? Замечательно. Это вскрыли. Что у нас осталось? Это уничтожить всех саванов. Автобаза у озера. Ну, мы сейчас туда и полетим, я думаю. Да, туда мы и полетим. Но для начала, где город? А это что? Тайный бункер. Что за тайный бункер? И мы ничего про него не знаем? Ну так нельзя. Мы ничего не знаем про тайный бункер. Ну куда это годится? Так. Переходим сюда. И отсюда полетим в тайный бункер. Пока я сейчас оттуда слезу, это 150 тысяч лет пройдет. Вот. Так будет проще. Дредвуд, Икар. Опять сюда вызвать невозможно. Как этот... Как вызов транспорта очень капризный. Я не знаю, зачем они так сделали. Надо отбегать куда-то, еще что-то делать. Ну что это за фигня? Поехали, Икарушка. Сколько у нас? 6 патронов. Интересно. Поехали, чё.
5 километров. Нормально. Кто там по нам работает? Очередные какие-то шизоидные хмыри или кто здесь? Саваны. Да тут саваны везде с кабанами. Но днем проще. Дорогу лучше видно. Only you. Как ты управляешься, скажи мне? Секрет в чем твой? Подожди-ка. Вот, теперь сюда. Ну-ка. Отсюда я могу свинтить куда-нибудь? Ну покажите мне дорогу, чтобы я видел. Да. Вот. Так вот мы срезали. Прикольно. Там бы еще на машине, наверное, винт. Крутили бы вензеля и крутили. А так сразу куда-то летим. О, это танчики по нам шмаляют. Танчики правительства, насколько я понял. А здесь есть дорога? Да, вон что-то есть. Что за музыка бешеная? Ну, здесь мы, конечно, повернем. Стоп, не повернем, мы вот сюда полетим. Вот так. Беспилотник-шпион. Что-то у меня вообще не получается эти беспилотники сбивать, друзья мои, скажу я вам совершенно. Я пытался, но как-то вот... Все очень мимо, очень мимо. Куда это, где это? Мы прям приближаемся. Вроде как мне кажется, что я начинаю понимать, как управлять икаром, но нет. Здесь что ли где-то? Где? 100 с лишним метров? Игра. Игра. Вот тут. Правильно, да. Какие звуки. Бруталити, фаталити. Ну что, поучаствуем в этом? Или нам оно нафиг не надо? Что, нам не рады? Вот опять пистолет этот. Нафига нам этот пистолет? Так, ну что, давайте пока... Вот это возьмем. И... Будем испытывать грабс-потыкушку. Тайный бункер. Ух ты. Сундуки ковчегов. Контейнер один. Три сундука ковчега. Четыре датапада. Датапад где-то прям вот, вот он, друзья мои. Где-то прям у нас под носом. Вот он, да. Аварийный протокол безопасности. Активирован протокол безопасности Омега. Доступ к лифту только для лиц с президентским уровнем доступа. В случае ошибки обратитесь к централизованному серверу службы безопасности. Местоположение космодрома Эдем. Ну, мы там уже всех благополучно вздрючили и отпиарили. В космодроме Эдем. Или на космодроме Эдем. Ой-ой-ой, как подфризивает, зараза. Ладно, с этим решим вопрос тоже. Здорово! Какому праву? Ты кто? Сюда нельзя! Кому? Президенту можно. Ты что, не знаешь? Я президент. Моими словами ответил. Что за бред? Рейнджеров давно не осталось. Уходи, или я тебя уничтожу. Ну, это вряд ли. Да ладно. А ты-то кто? Уже не важно, как меня зовут. Я преодолел границы бренного тела и влился в инфопоток. Да ты чё, серьёзно? Сиятельный. Офигеть, он бессмертный, сиятельный, вливательный, дрочительный. И не знаю, какой ещё. Уходи, тебя убить, как муху прихлопнуть. Только открой дверь.
Не понял. Угу. Что от меня хотят сейчас? Что я должен сделать? Разрабы в шутане хотят, чтобы я задействовал интеллект. Ну что это такое? Датапад я вижу. И мы его почитаем. Письмо руководителям отдела. Фот, Берлиоз, Камок, Васир, Искандериан, Холбекс, Розенберг. Если вы знаете, чего хотел ТАСК, я запущу процесс. Необходимые средства и помещения уже убраны из бухгалтерских книг. Я рассчитываю на вашу поддержку и на ваше молчание. Начинаем завтра. Чего? Что за наркомания? У меня связи, у меня мощь. Mm-hmm. Ты же наверняка это чуешь. Ты трепещешь перед моей мощью. Кто ты вообще такой, алло? Мощный ты мой, покажись. Покажи бицухи, у тебя есть бицухи? У меня вот есть бицуха. И чует мое сердце, я тебя сейчас несу одной левой. Или правой. Или обеими сразу. А вот и датапад, читаем. Передовица газеты Daily Herald. Eli Task рискует свою картину будущего, рисует свою картину будущего. В организме каждого из нас будут жить микроскопические роботы-нанотриты. Я на пороге великого открытия, заявил визионер. Визионер? Божечки мои, слова-то какие. Визионер. Ну, мы правильно идем, наверное. Да, правильно. Или мы здесь уже были? Нет, вот он, датапад. Передовица газеты Daily Herald. Стало известно о смерти Элая Таска. Инженер, изобретатель, предприниматель и мультимиллиардер скончался от инфаркта в возрасте 68 лет. Мы исполним его последнюю волю и сохраним его наследие, заявила доктор Берлиоз, член совета директоров Task Industries. Наверное, его благополучно и грохали. Насколько я понимаю, друзья мои, сундуки ковчега будут в конце. Что за роботы? Ну, давайте хоть посмотрим на них. Что такое? Я просто на всякий случай хотел бы перестраховаться и зайти вот в это помещение, вернуться, чтобы повоевать. Ну и что? То есть обкакульки появились у этого могущественного человека, да? Мы двигаемся дальше. Свет включи, пожалуйста, я ничего не вижу. О, красиво, чем-то Dead Space напоминает второй. Ни шагу ближе. Твой куцый разум не в силах понять созданных мною чудес. Да? И это все? Мозг в формалине? И при этом ты висишь на каком-то мощном компьютере? И это все? Мозг в формалине? Что ты несешь-то? Я в системе. Я вышел за рамки бренного тела. Вот он. Мой разум не знает границ. Прошу, не трогай меня! Что за шизуй? Мне кажется, что ты заливаешь. Никуда ты не вышел. Я тоже так думаю. Я бессмертен. Я все вижу и слышу. Когда-то сеть полнилась светом и жизнью. Данные без границ. Творчество без границ. Но столько погибло во тьме. Ладно, мне все ясно. Боя не будет? А я уже нацелился на бой. Так, ну что ж, давайте. Модификацию оружия мы взяли? Мы хорошо взяли. А это мы не можем проломать, взорвать. Нет, ну подождите, что хотят они сказать? Что мы сюда пришли только для того, чтобы... ну-ка. Ни хрена тут, короче, не получится. Боя не будет. Там есть лифт. Подождите, а остальные сундуки ковчега внизу будут нас ждать, когда мы спустимся? Мои роботы! Что это было? Я обо что-то ударился. О, нет, датчик показывает сундук ковчега близко. Один, второй. Какая прелесть. Прикольная локация, да? Вообще. Тайный бункер. Название-то какое? Нейронный интерфейс. Где он? Я же его здесь видел. Вот он. Где бы нам найти вторую оружку? Еще один...
опять я все время забываю, как он называется. Где оружие? Ковчег. Господи, когда я все это запомню? Наверное, никогда. Как вам локация, друзья? Нечешная, да, такая? Кто там с ума сходит? Ну-ка. Здесь что? Станция подзарядки. Астра. 4 контейнера. По времени-то серию заканчивать уже надо. Сточная вода. Капсулы. Не хочу. Давайте вот бандитское логово. Полетим. Сейчас им наваляем. Это здесь вот ребята разбираются. Ну пусть разбираются. Я ж правильно полетел в правильную сторону. По-моему, слева это было. Ну куда это здесь слева? Все-таки я почитаю, как тобой управлять и карты. Конечно, у меня парень хоть куда, но совершенно непонятно моментами, как на тебе летать. Правый триггер, он что вот дает? Правым соском я задаю направление. Да, не вопрос. Правый триггер дает вращение. Что тут? Где эта сторожевая башня правительства? Я что-то так ее и не увидел. А кстати, может быть, сторожевые башни правительства еще могут выступать как ориентиры? Такое ж может быть, что недалеко от них ковчег, например. Как вам такая мысль? Так, я вижу местоположение дивных деятелей. Вот оно справа от нас. Да, вот оно. Еще одно бандитское логово. Здравствуйте, джентльмены. Мир домам нашим. Или как там у вас говорят? Вечер в хату? Отлично, здесь и приземлимся. Так, чем воюем? Дробаш, грабс, потыкушка. Ну давайте грабсом с потыкушкой повоюем. О, это саваны. Ну, с саванами сейчас разберемся, я думаю. А музычка-то, музычка. Как, по какой траектории ты летаешь? Объясни мне. Так. Интересное оружие, да. Он прям заслуживает внимания. Быстро фильтрит мне. Ну они меня, конечно, хорошо жахнули. Но я сам виноват. Лоб в лоб не получится. Ладно. Так, мы сейчас отсюда уйдем. И разбираться будем по-нормальному, по-научному. Так, перезаряжаем грабс. Нет, отсюда я не попаду по нему. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Готово. Я попадаю даже по их этому дрону. Интересное оружие, конечно. Друзья мои, я пытаюсь вам его показать во всей красе, но у меня не получается, потому что совершенно непонятна логика его работы. Этого оружия. Куда он летит? Этот готов. Не знаю, эффективно, неэффективно. Давайте оставим вот это и попробуем с гиперпушки пострелять. Как она себя покажет? Тоже далеко. Ладно, дробаш и пошли по старинке работать. На штурмачке. Готов. Здесь никого.
Ну давай, давай, давай. Хорошо. Ты еще не сдох или это другой уже? Сдох тоже. Огневая точка подавлена. Кто по мне так шмальнул? Из чего он так долбит, а? Ну. Вообще какая-то для... Осколок до меня долетает и все. У меня уже жизни нет. Там сносит фиг знает сколько. ХП. Так. Готовы. Так, ну он прям навстречу идет. Хорошо, с этими тоже разобрались, но филтрит-то маловато с них выпало. Здесь же, да, они были вроде. Саваны эти. Ну вот что, восстанавливаемся потихоньку. Где? Раз, два, три. Ладно. Ой, какая прелесть. Вот и восстановились. Это что, крылопалка? Да. Здесь ничего. Ничего. Здесь только что все раздербанили. Давайте сюда залезем, посмотрим. Наверное, хочу здесь есть. Ну-ка. Ага. Да уже, алло, ну сколько можно? Так, здесь что у нас? Дробаш. Давайте вот так и вот так. Огненный смерч, так лучше будет. Он живой? А, я их обоих жахнул, что ли? Получается, что да? Сундук ковчега где-то здесь. Все. Прелесть. Просто прелесть. Я доволен. Пикалит то прям радует. Очень радует. Полетели сквозь звезды. Так, контейнеры. Один я вижу. Вот он. Вот так. И вон там второй. Ту-ту-ту-ту-ту. Кто-то еще сюда, что ли, приперся? Кто? Короче, одного патрона достаточно, чтобы сжечь их целый вагон. Если стреляешь в одного, там же у меня радиус прокачан. Одним патроном, двумя максимум, все то, что вокруг сжигается. И все. Ну что ж, это круто. Это очень радует. Мне понравилось, друзья мои. Мой пекаль прям всем пекалем пекаль. Вот это раздербаним давайте. А, ну что, штурмачка у нас тоже укомплектована, да? Ну, отлично. На этом, я думаю, можно серию закончить. Хорошо, мы повоевали. Мне больше всего понравился этот тайный бункер. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.